Всем привет! Привет! Снежного Крыма! Выпал снег на Айпетре, и мы уже здесь. Снег липкий, на улице минус 2 градуса, но обещает еще снег держаться около недели. Тихо-тихо-тихо, за шиворот! Подъехали мы на обрывчик, забрались сюда. О, дорога нормальная, машина гребет хорошо. Сейчас подойдем к обрыву, засниму вам обрыв. Ну и полетаем на дроне. Нас даже встретило солнышко здесь. Здесь слой снега, посмотрите какой. Вон насколько у меня рука утопает. Минус 3,5 градуса, кстати. Снега много. Вот вам снежный пирог из Крыма. Народу, кстати, достаточно. Все приехали сразу за зимой в Крым, наверх Айпетри. Все радуются, как дети. Валяются в снегу, играют в снежки. Вон все валяются, закапывают друг друга. Радуются, как детишки. Но это прикольно. Радость. Радость — это залог успеха и здоровья. Да, кстати, пока что мы ехали, поднимались на склон Айпетри, мы видели косулю. Она бежала прямо по дороге, подскальзывалась и потом в бок с дороги прыгнула. Если будет у нас, останется видео на видеорегистраторе, то в таком не очень качестве мы обязательно вставим в наше видео, чтобы вы посмотрели. Мы сами не ожидали, потому что она была похожа вообще как это, как там охотничьи собаки, ну, вот эти высокие. У нас так смешно, ноги у нее разъезжались. Приехали мы уже к верхней станции подъемника, канатной дороги. Поставили машину мы на парковку, потому что она бесплатная. Имейте в виду, сейчас в Ялте все парковки бесплатные. Никаких оплат не должно браться. Так что если вам втюхивают то, что заплатите, не ведитесь на это. Отправимся канатной дороги, подождем, пока что уйдет туман, и заснимем вам виды. Но народу, кстати, еще не так много, хотя сегодня выходной день, но он уже последний, завтра всем уже на работу после праздников, и многие, наверное, не приедут. Самые отчаянные рванули, наверное, либо кто здесь живет, там, в Соколином или в самом, на самом Айпетре. Люди лепят уже снеговика первого, 21-й год, первый снеговик, но все в тумане. В этом году это первый снег на Айпетре, потому что он выпадал до Нового года, а потом весь растаял быстро. И теперь вот это первый снег, который в 2021 году появился на Айпетре. Надеюсь, он долго не будет таять, и мы еще сюда приедем покататься на чем-нибудь, на санках, на ледянках, оторвемся по полной, как в детстве.
Все пропал. Кстати, на вагончике приехал много людей. Вон. Много народу. Полностью битком. Все в масках, все как положено. Ну, потом посчитайте, сколько народу помещается в один вагончик. Вам игра, и пишите в комментарии, сколько вы насчитали людей. Вышло из одного вагончика. Очередной перевоплотившийся охранник на Айпетре. Такие они здесь все прикольные, все лохматые, пушистые. На зиму все шубку отрастили, все ластятся. Ручные котики, хоть и живут на улице. Да? Доехали мы до горных спусков, где все катаются на тюбингах, работает уже прокат. Здесь еще катается на сноубордах, работает подъемник. Также тут шашлыки открываются, мышлыки, все как везде, как положено. Вот прокат уже в действии. И люди уже катаются, кто на тюбингах, кто на санках. Но, конечно, снега еще маловато выпало, потому что еще проглядывается трава. Будем ждать, когда выпадет намного больше, и сами приедем сюда развлекаться. Наберем всяких санок, фанерок, всего остального, и будем веселиться. Но народу все равно вон много. Ну, конечно, часть, наверное, с Соколиного приехала, а часть снизу, с ЮБК. От моря к снегу.
сейчас. И сейчас, кстати, не кипит так, не бурлит зимняя жизнь здесь. Туда, если вдалека смотреть вдаль, все это как будто так раз заброшено, мистически смотрится. Подъемники висят в тумане. Мы идем в тумане по снегу, народу никого. И одно только эхо от нас по всему лесу раздается. Сквозь туман проклевывается солнышко. Чем выше мы на гору поднялись, тем снега становится больше. Какая глубина уже. Ноги уже промокли от снега. Идет мелкий дождь, ой, дождик. Мелкий снежок. Ну, прям совсем мелкий. Был бы снегопад, было бы еще круче. Кто-то тут тоже. Он до нас приходил сюда наверх посмотреть. Подождем, когда рассеется туман. Если он рассеется. И покажем отсюда виды. Зимняя айпетринская красота. Вот и всю трассу подъемника видно сейчас вперед. Очистился туманчик немного. Смотрите, какие кучевые облака. Просто невозможно глаз оторвать. Они просто пеленой накрыли все Айпетри. Так они хотят, чтобы мы смотрели, что там внизу. А любовались просто плывущими облаками. Все, что, до низа убить. Стойте, Бетка. Я закружилась. Короче, крымский снег самый классный, самый чистый. Стоило погулять полчаса, уже все. Машину фиг где оставишь, все забито. И народ все еще приезжает и прибавляется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, знакомыми, чтобы все увидели такую прекрасную зиму в Крыму. В 2021 году. Пока! До новых встреч!